Нас часто спрашивают, какой пряжей можно заменить Гималайи Dolphin Baby, ассортимент которой стремительно уменьшается. Речь пойдет о плюшевой пряже Vizel Baby Smile. Пряжа очень мягкая и приятная на ощупь. К слову, в каждом мотке присутствует небольшой блеск, но не такой, как у Гималайи Velvet. Фактура этой вязки мне чем-то напоминает резинку, и я не знаю, как избавиться от этого эффекта. Если сравнивать толщину нити, то на ощупь может показаться, что Baby Smile набит реже. Но это очень субъективно, так как у того же Dolphin. Я рада вас всех приветствовать на нашем канале. С вами магазин рукоделия Candy Yarn и я Яна. Сегодня в нашем обзоре речь пойдет о плюшевой пряже Vizel Baby Smile. Нас часто спрашивают, какой пряжей можно заменить Гималайи Dolphin Baby, ассортимент которой стремительно уменьшается. И в этом выпуске вы узнаете, что из себя представляет Baby Smile и есть ли разница между ней и Dolphin'ом. Итак, моточки 100 грамм 120 метров и состав 100% полиэстер. Пряжа безумно мягкая, невероятно теплая и приятная на ощупь, имеет вельветовый легкий блеск. Моточки объемные, неплотного намота. Ниточка равномерная по всей длине, абсолютно не тянется. И состоит из густо набитого синтетического ворса, который удерживается двумя волокнами. Для сравнения, Dolphin Baby имеет такой же вес, метраж и состав. При этом, если сравнивать толщину нити, то на ощупь может показаться, что Baby Smile набит реже. Но это очень субъективно, так как у того же Dolphin толщина в каждой партии и цвете может отличаться. Например, у меня есть серый цвет 320 и желтый цвет 313. Даже невооруженным глазом видно, что толщина у них разная, а это только подтверждает вышесказанное. Поэтому я считаю, что Baby Smile запросто заменит нынешний Dolphin Baby. Как и любая плюшевая пряжа, Vizel вяжется легко, быстро и приятно. Нить хорошо скользит по инструменту, а столбики провязываются без особого труда. Производитель рекомендует использовать спицы 6-6,5, но я с этим не согласна. Классно. Изделие получается очень редким. Мне больше нравится плотность спицами номер 5. Свой образец лицевой глади я связала этим номером. Он получился мягкий, эластичный, но не упругий, как и весь плюш. Фактура этой вязки мне чем-то напоминает резинку. Я не знаю, как избавиться от этого эффекта. Если вы знаете, напишите нам в комментариях. Эта пряжа хорошо смотрится в теневых узорах и рисунках с переплетениями. Свой следующий образец я связала спицами номер 5. Это платочная вязка и коса. Элементы рельефно и выразительно смотрятся в полотне, и это отлично дополнит любое вязаное изделие. Что касается крючка, производитель рекомендует использовать крючок 4,5. Ну, это смотря для какого изделия вы его будете использовать. Если вязать игрушку, то лучше взять крючок номер 4. Образец у меня получился плотный, без просветов, практически не тянется, и наполнителя не будет видно. Для вязания крупных изделий, таких как плед, покрывало, лучше взять крючок 6-6,5. Мой провяз получился мягкий, не эластичный, средней плотности, но при этом очень теплый, и его я связала крючком 6,5. Кстати говоря, для вязания Dolphin'ом я рекомендую использовать те же номера инструментов, потому что в работе и в готовом изделии обе нитки ничем не отличаются. Поговорим немножко о палитре. Baby Smile насчитывает до 30 различных оттенков. Есть яркие насыщенные, есть пастельные спокойные и темные благородные цвета. К слову, в каждом мотке присутствует небольшой блеск, но не такой, как у Гималайи Velvet, скорее ближе к Dolphin'у. Приглашаю вас посмотреть на эти цвета поближе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27. Что можно связать из этой пряжи? Так как она гипоаллергенна, то отлично подойдет для детских изделий. В первую очередь это игрушки. Они получаются мягкими и приятными для детской деликатной кожи. Также могут быть пледы, подушки, покрывала, пижамницы, конверты на выписку и, разумеется, одежда. Костюмчики, шапки, носочки и кофточки. Но плюшевая пряжа полюбилась не только детям. Вы можете связать себе джемпер, жакет или зимний комплект, шапка с шарфиком.
Как ухаживать за изделиями из этой пряжи? Ручная стирка, температура воды 40 градусов. Не выкручивать, сушить в горизонтальном положении. Производитель не рекомендует пользоваться утюгом, так как вы потеряете изделие безвозвратно. Что касается расхода. На детский плед 1 метр на 1 метр или взрослый джемпер размер 46-48 вам понадобится 5-6 мотков в зависимости от узора и плотности вязания. На игрушку высотой 25-30 см или на детскую кофточку годовалому ребенку вам хватит до 2 мотков. А теперь поговорим о достоинствах и недостатках этой пряжи. Плюсы. Пряжа очень мягкая и приятная на ощупь. Не сыпется в работе и красиво смотрится в любых узорах любым инструментом. Гипоаллергенная, теплая и главный плюс – она отлично подходит для замены Dolphin Baby. Минусы. Пряжа хорошо стирается, но долго сохнет. Не подходит для частого распускания, так как ворс может высыпаться и нить облысеет. А также в носке изделия спицами может вытянуться в ширину. Если вы знаете другие особенности этой пряжи, напишите нам в комментариях. На этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать колокольчик. И всем пока. Сладких вам петелек!